Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях легендарная машина Ford Mondeo 3 2.0 TDCi. И что я хотел, какую дать совет автолюбителям и мастерам? Мастерам, конечно, относятся к радивым мастерам, к нерадивым это не относится, потому что нерадивые будут делать то, что они делают, и Бог им судья. Никогда не ставьте на эти машины, на Ford Mondeo, никогда не ставьте неоригинальные мультипликаторы, то бишь китайские с AliExpress. Почему? Они не работают здесь. Почему? Машина будет дымить, дым будет не уходить. На стенде мультипликаторы будут работать, все нормально, но они будут дымить постоянно. Вот. Будет постоянно идти дымность, и он не уйдет. То есть потому что зазоры между зонтиками и самой основанием корпуса мультипликатора, он нестандартный. Поэтому необходимо ставить только оригинальные мультипликаторы. Будет дымность, будет выскакивать опять в аварию, проваливаться. P0251 ошибка. И потом в конце концов вылезет в детонацию какого-то цилиндра. Вот к чему как бы приводят китайские неоригинальные мультипликаторы. Ставьте только оригинальные, их цена от 50 евро на сегодняшний день. Поверьте, это не стоит ваших эмоций, эти 55 евро. Вот, за штуку 55 евро. 50-55 евро за штуку. Все, обращайтесь к мастерам, которые любят свое дело. Всем благословений и удачи вам. Пока.